Копирайт Ильич, хочу задать вопрос по своему дому, номер 13. Обращаюсь на протяжении 2 лет, было приемлемо в городе. Есть ответ прокуратуры, оценка. Здесь приложено. Сейчас на данный момент коллективное обращение мы написали по поводу приведения нашего двора в надлежащее состояние. То есть трава по пояс на территории администрации, кустарником все заросло, лежат поваленные деревья, проложить по трассу восстановить не могут, 5 лет гарантии. То есть жители там 5 домов вынуждены ездить по колдобинам несколько раз. Нет, это новые работы проводились. Прокуратура, большое спасибо, выписала предписание теплосетям восстановить до 30 числа этого месяца, может быть, сделают, хотя я сомневаюсь. А жить в таких условиях невозможно. Кстати, до муниципальной? Нет, до муниципальной территория принадлежит городу. Территория городская? Да. Часть принадлежит ЖЭКу, которая обслуживается идеально. А другая часть, просто у нас подъезд выходит на другую сторону, она принадлежит городу. Вот в таком состоянии. Если это городская территория, то... Я просил ее передать ЖЭКу. Сейчас глава поедет к косителю.